Всем привет, привет, это Уп, солнечная Италия на проводе. Такая вот я сегодня с самого утра. Испания, Барселона, всем огромное спасибо, низкий поклон за то, что вы мне подарили эту возможность посетить все эти страны, хоть мы и не ходим там в самые центры, но тем не менее, огромное спасибо, низкий поклон, целую в попочки, в сисечки, в плечики, всех-всех-всех за комментарии, за хорошие, за добрые пожелания. Жизнь прекрасна, удивительна, и эту эмоцию подарили именно вы мне. Идемте завтракать. Бонжорно. Солнечная Италия на проводе. Сейчас читаю в Инстаграме комментарии. Ой, смотрите, прикольно. Это летом классно делать. Гидромассаж. И вы пишете, что это? Зачем фиолетовые колготы под эту юбку и типа туфли? Я ж, ну, не надо понимать, зачем. Просто вот не надо понимать, и все. То есть это не сделано для того, чтобы кто-то понял. Просто я развлекаюсь, и все. Жизнь в развлечениях, а? Просто жизнь в развлечениях, и все. И это не было сделано там для конкурса, это проходка. Это я сделала для себя, все. Для видео в Инстаграм, не больше. Но понимать это не надо. Читала также комментарии про то, что про транса. Видела ваши профили, даже не поленилась. Молодцы. Хорошие девочки. Dove? Ma noi con fotografa già abbiamo fatto. Cosa dobbiamo fare, Maria? L'altro fotografo. Sì, noi abbiamo fatto con tutti. Allora, tuffi. Настя играет на флейте. Сколько лет ты училась, Настя? 20. 20 лет училась играть на флейте. А? Больше 20? Боже, а, ну да, она так просто молодо выглядит, чтобы я думала, что ей только 20. Вот, и все, видите, носки красивые, сексуально одевает носок. Леди. Леди совершенства. Какой мужчина симпатичный. Это наш мужчина, Настя? Фабио. А, Фабио Скарпе, что ли? Фабио Скарпе! Точно, я ж, они же мне пообещали этот фотошопинг, фото в скарпах, в туфлях. И времени не было. И сегодня целый день репетировали. Короче, сегодня я... Репетиция. Сегодня я, наверное, одеваю свое красное платье и выхожу в нем, чтобы все убрать мысли из головы. И надо сейчас юбку на булавку, резинка вчера у меня порвалась на первый выход. Купальники сегодня не надо, вчера был в купальниках. Видео есть. Ну такое, не, ну как-то я, ну я, знаете, не то, что дергалась, но я нервничала. Но это ж нормально, когда человек переживает и нервничает. Это ж не то, что все равно человеку. Понервничал немножко человек. Всем-всем откройся, всем-всем на-на-на. На-н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 а. Посмотрите, как блестит все. Написали мне, говорит, девочки наши написали мне, говорит. И все в баре, когда я там снимала в баре в Испании, подумали, посмотрели и подумали, пошел трансвестит. Ладно, окей, я вадо, allora, чао. No, no, che stavate parlando in russo, per me. No, le raccontavo, delle commenti e delle video che dicono che quando io mi sono fatta il video vicino al bar, alcune ragazze che mi seguono, no, ma poi se te pensi che io sono un trans, è inutile che mi segui, no? Certo. Mi dice, tutti ti guardavano e pensavano, guarda, trans, ragazze. E qual è il problema, se fosse? E se fosse, qual è il problema, se даже? Комменты, а вольты, Римана. Так интересно, что один пишет, а другие, как знаете, как вот это из-под тишка идут и крякают туда. Но это ж не важно. Это ж не я вам пишу плохое, это ж вы мне пишете. Да, Настя? Да. О, девочки. Алло, всем всем макройся. Ту, а ке пьяно сей, Марина? Ио 4. А 4 аке ту, и ту? Ио 14. Я на 4. У вас на 14 ничего нет развлекательных никаких, да? Только спальный район. Спальный район. Ке а 6. Это сцена. И по ви мустро, ви дивидерете в 2 лати.
Называется театр Санремо. Санремо. А это организатор. Ну, самое главное. Ждем, извините за выражение, что уже живот не втягивается. Блин, так красиво, хоть сцена такая большая. Скажите по приколу. И цвет хороший, хоть кожа не будет это самое белая. Хоть я намылилась этим мылом, очень классно. Теперь никогда больше не буду покупать это вот масло, которое я брала в тот раз. Буду все время брать вот это вот... Ну, я вам показывала, как мыло я его называю. На влажную кожу натираешь, классно, оно все равномерно, немножко подблескивает, но зато цвет такого, цвет загара есть. Господи, хотела камеру перевести на девчонок и опять себя снимаю. Я не успела сегодня голову помыть, и поэтому пришлось с такими волосами сегодня, потому что чтобы я помыла, их надо было покладывать, это был бы трындец. Поэтому сегодня уже так, а завтра уже по-другому. И поэтому я сегодня буду в красном своем костюме, в шляпе, потому что как раз под тот костюм как бы не мешает шапка на голове. Девочкам молоденьким дали купальники, они будут открывать танец, танцевать. Им дали купальники молоденьким. Где мой этот муж, которого я его мужем называю? Он же с мамой, я уже ее мамой называю. Дала ему телефон, он мне загружал видео на YouTube со своего интернета, потому что я уезжала 11-го, зарядила весь телефон, они с меня деньги сняли и написали, больше денег нет, потому что вы в том месяце не вовремя штрафанули, короче, в том месяце не положила. Вот, и Саша должна сегодня его зарядить. Вот, и потом что? А, и на подзарядке он стоял, и должен он его привезти. Вот Роза Фавидери, это мы с Розой, помните, смотрели такой топ? Белиссимо. И я топ оставила тогда на кассе, не взяла, хорошо, что не взяла, потому что были бы с ней одинаковые. Белиссимо, сей. Грация. Guarda come brilla. Белиссимо. Avete dei bracciali che sono tutti quelli dello sponsor, tutti, ai bambini, le vedi. Allora, con la mano, con il cerchio, vero? E passiamo con la mano al cerchio. Так я еще в метро не ездила. Кузину вместо дома интрата на метро. Бонжорно, Инстаграм. Фори Трента Граде. 30 градусов жары на улице. Просто. Всем доброе утро. Okay.
Одесса. Пришли в ресторан. Молодежь за тем столиком. За этим столиком. Мама разрешила моему жениху попить пиво. Я ее уговорила. Хороший этот самый. Ресторанчик очень знакомый. Гвардали. Анкито Анто. Сейчас в туалет руки мыть. Сейчас мама пойдет мыть руки.